Каждый из нас помнит, кто был самым крутым на районе. А как насчет самого крутого на планете? Вот это нам и предстоит выяснить. Брэндон, это я, папа. Зачем ты пришел? Томми вернулся. Он что, хочет увидеться? Я горжусь тобой, Томми, и тем, что ты сделал ради того парня. А как еще надо было дать ему сдохнуть? Томми Рерден, ты спас мне жизнь. Брэндон, пойми, у банка новая стратегия. Суды на жилье, у тебя полный бардак. Сколько тебе нужно? Я здесь ненадолго, Фрэнк. Я только хотел, чтобы ты меня натаскал. Ты не шутишь? Мочи! Мы же договорились, что это конец. Что у нас семья. Что тебя не будут избивать. Брэндон, ты преподаватель. Тебе не место с этим зверьем на ринге. Я был одним из этих зверей. Кажись, забыл указать в резюме. От режиссера фильма «Чудо». Скоро большой чемпионат. 16 лучших бойцов в мире. Победитель получает все. Мне нужен тренер. Не скажу, что ты подавал надежды. Фрэнк, помоги мне. Я должен защищать семью. Все, что я делаю, ради них. А что у нас тут происходит? Папочка превратился в принцессу. Ты нужен был мне, маме. Ты старший брат, который меня кинул. 16-летний пацан, да чего я тогда понимал? У тебя был выбор, был, понял? Этой осенью. Встречайте! Воин Томми Рерден, сенсация нынешнего сезона против Брэндона Конлана, учителя физики. Ты справишься. Скажи сам. Я справлюсь. Это невероятно! Борьба за титул чемпиона развернется между братьями. Мочи! Ты пришел победить или нет? Если нет, все было зря. Воин. В ролях Джоэл Эджертон, Том Харди, номинант на премию «Оскар» Ник Нолти.